Не знаю, как вам, но мне очень нравится наблюдать за развитием нашего современного общества. И хотя мне сейчас не так уж и много лет, но я вижу в течение длительного времени, что эволюция смартфонов, ноутбуков и целой кучи других технологий будет только развивать все больше наш мир. Ужасно представить, что нас ждет в ближайшем будущем, если за 20-30 лет образ жизни человека так кардинально изменился. Но, как говорится, без движения не бывает и роста. Поэтому лучше развиваться и двигаться вперед, чем стоять в застое или даже хуже деградировать. Поэтому перемены – это хорошо, и мы стараемся к ним постоянно адаптироваться. И важно это делать намного быстрее. На фоне этих мыслей я бы хотел с вами поговорить об очень интересном проекте, который хочет открыть для нас новые горизонты возможностей. Итак, данный проект называется BestAI. Важно отметить, что данная площадка имеет децентрализованную основу, которая в сочетании с датчиками IoT готова принести новые условия взаимодействия в мир гостеприимства, где каждый из его участников найдет высокие технологии, надежные, прозрачные и безопасные функции для связи. Это будет сделано для того, чтобы люди наконец-то избавились от многих существующих проблем в этом секторе. Избавиться от большого количества посредников, также высоких комиссионных, обмана и лжи. В результате они будут предлагать качественные, высокотехнологичные, безопасные и доверительные отношения. И от этого будут выигрывать не только сам пользователь, но а также и хозяин квартиры, дома, комнаты, будь то или гостиницы, где большую часть обязательств возьмет на себя уникальная система BestAI. Естественно, для того, чтобы более подробно понять, в чем на самом деле состоит уникальность структуры BestAI, нужно рассмотреть классическую схему ведения гостиничного бизнеса. Предположим, вы приехали в Лондон на пару дней по своим каким-либо личным делам. В идеале вам необходимо найти жилье или отель, где бы вы могли провести ночь во время вашего пребывания там. Как правило, для того, чтобы подобрать конкретный предмет для удаленного населения, нужно найти в поисковой системе Booking или Airbnb подходящий вариант. Затем заказать его, приехать по данному адресу, который будет указан в описании, и где вы встречаетесь с администратором гостиницы и владельцем апартаментов. Есть случаи, когда вас отправляют на почту с инструкциями, для того, чтобы вы могли найти ключ, с помощью которого вы сможете попасть в данную квартиру. Иногда такое сообщение и не поступало. При этом деньги на бронирование жилья не списываются, списываются не на карточки, и условия бронирования уже у вас как бы есть. И страховка, также все эти дела, они уже оплачены. Первоначально сообщение, оно не сопровождается никакими инструкциями о том, где взять ключ. И письмо может прийти скоро, но он может прийти и чуть позже. Поэтому я начал пытаться связаться с данным домовладельцем, для того, чтобы он отреагировал. К сожалению, это было бессмысленно, так как никто не ответил на мои сообщения. Затем я позвонил на горячую линию, но поскольку я не знал языка, и я забронировал квартиру, для того, чтобы мне нужно было объяснить оператору, как я туда попал. В результате, спустя 5 часов под долгими испытаниями, просьбами, я все еще заходил в квартиру, был очень уставший, голодал, так в надежде быстро освоиться, пролетел весь вечер, и я пропустил свой ужин. И когда вся ситуация была разрешена, местные кафе и магазины уже давно были закрыты. Но если бы в то время в этой квартире была установлена система BestAI с ее умными замками, я бы не потратил ни одной дополнительной минуты своей жизни на пустые ожидания и такие впечатления. Ведь вся структура BestAI спроектирована специально так, чтобы спасти вас от подобных ситуаций, которые удалось обогнать даже мне. Ведь помимо интеллектуальных звонков, система BestAI имеет собственные децентрализованные приложение, которое в простой и доступной форме позволяет любому работнику сферы гостеприимства как снимать, так и предлагать в аренду свои дома. Это была довольно насыщенная коммуникационная структура в дополнение к интеллектуальным замкам. Все на самом деле элементарно работает. Первое, что экономит структуру BestAI от посредников, которые в традиционном мире съедают значительную часть бюджета как потребителя, так и арендодателя. В среднем эта сумма легко достигается у 10-20%, что является ограблением среди белого дня. В рамках системы BestAI этого не произойдет, так как пользователь сможет заключить договор аренды непосредственно с помощью умного договора и сделать фиксированную плату без каких-либо дополнительных комиссий, что естественно снизит затраты для владельца как гостиницы, так и самой квартиры. В то время как каждый из участников найдет для себя прозрачную, надежную, безопасную среду для взаимодействия друг с другом, как и система KIS,
и это все будет встроено. Проект очень интересный. По нему все ссылки я оставлю в описании. Конечно же, я вам рекомендую самостоятельно более подробнее зайти на сам официальный сайт, ознакомиться с белой бумагой проекта. А также у проекта достаточно высокая комьюнити в социальных сетях, которые я вам также рекомендую посетить для того, чтобы более лучше разбираться в данном проекте. Это все, что я вам хотел на сегодня рассказать по проекту BESTAY. Все необходимые ссылки будут в описании. И всем пока!